Привет, друзья! Сегодня у меня распаковочка. Распаковочка, которая будет интересна, пожалуй, всем ютуберам. Ну, не всем, может быть, но многим, кто озабочен хорошим освещением. У меня на сегодня несколько ламп есть. Про одну я, кажется, уже делала распаковку. Ссылочку оставлю. Вот я выписала еще одну. Сейчас мы с вами посмотрим, что это. Одна у меня есть лампа, это которая шла в комплекте с камерой. Одна есть круговая лампа. Вот. Но мне этого показалось мало. Сами знаете, цвета много не бывает. Запаковали. Давайте посмотрим. Помятая. Надеюсь, что целая. Так. Что у нас тут? Для начала коробка. Коробка, конечно, сжеванная вся. Вообще. Вот ей футбол играли. Ужас. Скотчем заклеены. В общем, на таможне не зря долго лежала. Чувствуется, ее там пробовали, наверное, на вкус, пожевали. Можно безжалостно открывать, потому что уже хуже уже не будет. Да и хранить я ее в коробке не собираюсь. Я ее буду собирать и пользоваться. Так, достаем. Ага, вот у нас, собственно, сам светильничек. Вот такой светодиодный светильник. Проводок с выключателем. У него крепление есть на одной стороне и на другой стороне. То есть можно его ставить как вертикально будет, так и горизонтально на штатив. Так, здесь мы имеем пультик дистанционного включения. Это у нас на штатив поворотное крепление. Это у нас штучка нужная очень. Это то, что надевается на штатив. Это будем сейчас разбираться, как оно надевается, чтобы к штативу крепить телефон для съемки. Ну, а здесь сам штатив. Я думаю, что такой штатив, это как у меня уже их, по-моему, два таких есть или три. Ну, тоже надо сказать, что штатив лишний тоже не бывает. Иной раз ставишь и камеру, и телефон, и надо и освещение поставить. Так что, как бы, был вариант выписать без штатива. Я долго раздумывала. Потом вот из-за вот этой штучки я все-таки выписала со штативом. Тем более, что сам штатив не составляет основу стоимости. А я ссылочку оставлю, где я покупала. Вдруг вам понравится, вы хотите себе такой купить. Так, ну да, у меня такой штативчик есть, как раз сейчас вот свет у меня такого же и стоит. У этого только вот еще приспособление для, видите, тут дырочка есть, очевидно, для крепления вот этой детали. Ну, сейчас буду разбираться. Штатив, по-моему, двухметровый. Высокий, хороший, телескопический. Вот, ножка у него. Опа. Ага, ножка выпала. Понятно. Сейчас ее найдем. Ну вот, сейчас соберу и покажу вам в собранном виде. Так, ну вот, собрала я кое-как эту лампу. Вот эта лампа. Та, это вот у меня есть по ней распаковочка. Это мой кабинет, видите, тут у меня все такое. Вот, что он из себя представляет. То есть, видите, штативчик, сейчас он в самом таком собранном состоянии. Здесь вот
штучка, которая вот она по длине, по вылету, вот это крепится и боком, то есть сюда ставим телефон, здесь у нас освещение, пультик, пультик пришел без батареек, батареечки я вставила, две батареечки, 3А, вот сейчас нажимаем, ой-ой-ой, против света, давайте сейчас я ее отверну, мы с вами посмотрим, что нам пультик этот дает. Так, значит, сейчас вообще вот свет теплый. Интересно. Инструкции никакой. Пока как бы не вижу никаких изменений. А, вот. Вот свет приглушается. Четко видно, да? А вот он прибавляется. Так, а это что тогда? Совсем понятно. Ага, вот он прям становится самый яркий. Ну, вообще цвет такой тепловатый. Что-то жму, ничего вроде не меняется. Ну, в общем, буду изучать. Еще зайду, наверное, на сайт, посмотрю. Вот такая конструкция. Вот у меня теперь они в паре. Вот эта круговая лампа. И этот светильничек с пультиком, что удобно. То есть непосредственно во время съемки включаешь, а то обычно светит, в глаза слепит. Вот. Ну, тут все как бы... Так, надо выключить, а то ничего не увидите. Вот. Ну, собрала без всяких инструкций, тут все понятно, да. Тут головка регулируется по наклону телефон. Можно ее ставить вот этим краем, то есть телефон вертикально ставить. Можно ее выдвигать. Как бы больше-меньше, я просто сейчас ничего не затягивала, все у меня тут болтается. Вот, и по высоте он хороший, двухметровый или даже больше. А, вот такая эта лампа. Посмотрим в деле, какой-нибудь ролик сниму. Я покупала именно для освещения съемки лицом, потому что когда вот этой круговой я снимаю, она отражается у меня в очках, как у совы глаза получается. Так что, ребят, ссылочка будет. Смотрите, там можно покупать только лампу, если вам не нужен кронштейн. В общем, короче, по запчастям можно по отдельности. Вот что я вам не показала. Вот красненькая кнопочка с луной. Вот она меняет холодный. Видите, там, наверное, вам не видно, такие голубые появились огоньки. Так. И вот мы получаем яркость, белый свет. Слава богу, потому что я думала, она прям сильно теплая. Вот, абсолютно белый. Ну, разберусь, поищу, что в интернете люди советуют. Может, и вам тогда расскажу, потому что пока не поняла, как здесь выбирать это все. Вот, видите, на пульте вот такой значок. Чего только нет, короче. Будем разбираться. А пока я ее выключаю. Очень удобно, класс. Я довольна, пока. Давайте посмотрим на этот светильник или светодиодную лампу на сайте AliExpress. А, вот это магазин, в котором я покупала BTFUR Official Store. А, видите, что возможно приобретение в различной комплектации. То есть вот чисто лампа с креплением на штатив и пультом. Дальше. Лампа со штативом с креплением высотой 160 сантиметров, это 1900 рублей, вот в той комплектации, в которой я купила. Это штатив 2 метра с креплением, с пультом и с этим для телефона зажимом. Также прочие вариации, где что-то добавляется, что-то убавляется. Вот такой штатив, вот с такой ногой. Вот дальше вот такое крепление к столу и вот этот штатив. Вот жалко, кстати, но он невысокий, всего 102 сантиметра. Итак, вот комплектация, которую покупала я, вот эта цена 1964 рубля. Теперь давайте посмотрим, что о нем тут показано. Значит, заполняющий свет,
с регулировкой освещения удобной и простой. Так оно и есть. Вот регулировка яркости, две температуры освещения, пульт удаленного управления, регулировка цветности, яркость и высокая эффективность батареи. А, там батарея есть, а я вот даже и не увидела. Замечательно, надо проверить. А я только от розетки пользовалась. Так, настройка различной температуры освещения. Да, действительно, там есть очень теплый, прям желтый. И есть очень холодный белый свет. Так, высокое разрешение освещения. Свет очень яркий. Сразу скажу, когда себя снимаешь, прямо слепит. Свободная регулировка яркости. Действительно, с пульта прекрасно регулируется. Так, ну я не буду вам все читать. То есть достоинств много, я сразу скажу. Очень удобно, мне понравилось. Я уже пользовалась сегодня при съемке. И с удовольствием пользовалась, потому что в отличие от предыдущей вот этой круговой лампы, на которой у меня тоже есть обзор, очень хорошо далеко добивает свет, очень ярко светит. И удобно пользоваться, действительно удобно. Поставила на штативе, отрегулировал с пультика все это дело, как тебе удобно, и пользуешься. Так что рекомендую рассмотреть возможность покупки, если вы занимаетесь видео или фотосъемкой, потому что действительно лампа хорошая. Не знаю, насколько ее хватит, светодиоды вещь такая. Вот. Так что вот, собственно, все я вам показала, что здесь есть. Ссылочку я оставлю под видео, можете пройти по ссылке, сами более подробненько посмотреть, почитать, что люди пишут в отзывах. Вот, но мне понравилось. Все, на этом все. Прощаюсь с вами. Пока-пока. Хороших творческих успехов. Мира и добра вам всем.